Маленькая Ева уже почти год как гражданка России. Она появилась на свет в Пензенском перинатальном центре буквально через пару дней после того, как ее мама вместе со старшими братьями приехали из Донецка. Сейчас вся семья живет в пункте временного размещения в санатории имени Володарского. Позволить себе, например, съемную квартиру они пока не могут. Знаете, в чем проблема? Изначально квартиру снять можно, но мне вот, например, чтобы оформлять вот какие-то выплаты даже на детей или вот гражданство, как мы делали, нужна везде регистрация. А на квартире мне ее никто не сделает, а без нее я ничего не смогу сделать. Рассказать о своих проблемах и задать интересующие вопросы эвакуированные жители Донбасса могли на встрече, которую организовали сотрудники региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. Она состоялась в пункте временного размещения. Самая проблема большая с самого начала практически, и она до сих пор еще уже в гораздо, конечно, меньших объемах, это получение либо гражданства, либо удостоверений вот, вынужденных переселенцев. Она присутствует. Ну и плюс еще достаточно много бытовых проблем, которые постоянно приходится также решать. Каждая озвученная проблема, обещают специалисты, будет взята на контроль. Встреча завершилась небольшим концертом. Перед собравшимися выступил ансамбль русских народных инструментов «Старгород».